Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас 21 марта 2023 года. Сегодня у нас астрономический и астрологический праздник. День весеннего равноденствия. Равноденствие – это астрономическое явление, когда центр Солнца в своем видимом движении по эклиптике пересекает небесный экватор. День весеннего равноденствия – это не только уникальное явление природы и начало астрологической весны, но и языческий праздник, имя которому Комоедица. Комоедица появилась еще во времена волхвов и отмечали ее вплоть до 16 века. Праздник символизировал полную победу весны над зимними стужами. Ярило солнце вступало в свои права. Начинался новый годовой цикл. Поэтому в древности на день весеннего равноденствия и у славян, и у многих других народов выпадал Новый год. В дни равноденствия на всей поверхности Земли, исключая районы земных полюсов, день почти равен ночи. Утро 21 марта встречайте осознанно. В идеале побыть на солнце. Если солнца нет, обратитесь лицом на восток и поприветствуйте его. В этот день накройте праздничный стол, на котором обязательно должны быть блины, символ солнца, либо пироги. На столе также должно быть много плодов, фрукты, овощи, орехи. Обязательным атрибутом праздника являются цветы, особенно весенние, либо ветви вербы. Это создаст прекрасную атмосферу начала нового в доме. И главное, радуйтесь, наслаждайтесь, излучайте любовь и занимайтесь только самыми любимыми делами. Чем больше добра посеете в этот день, тем лучше. С праздником, дорогие друзья!